И буквально на протяжении всего ролика вы сможете увидеть, что происходит, когда два дебила играют в головоломку. Всем приятного просмотра, не забывайте про ссылки внизу и все. Поехали. Че, я прослушал, что сделать-то надо? Запроси размещение портала. Удерживай F, ключу питания. Все понял. Это води в сторону. И я не понял. Так, подожди, а как? А, я тупой. Все, эта игра не для меня, я уже понял. Ну и к слову о дебилах. Сейчас вы увидите, как мы решали головоломку, которая просто заключалась в том, чтобы передать мне куб через вот это окно, потом пройти через стенку, и чтобы я этот куб ему уже выдал через другое окно. А теперь смотрите, что из этого получилось. If you want to upset a human, just say their weight variance is above or below the norm. Nice catch, Orange. Дай куб. Что, блин? Чё? У тебя он... Что? Почему не он телепортируется, когда я... Тебя он летит или телепортируется? Нет. Ты его швыряешь. У меня он телепортируется, когда я вот нажимаю кнопку, у меня уже оказывается в другом месте. А ты его швырнуть можешь? Именно швырнуть? Да. Вроде нет. Мне кажется, его на ту сторону перекинуть должен быть. Да я понимаю, можешь его... Да, ты должен перекинуть куб туда, а сам пройти через стенку эту. Блядь. О, хорош! Блин, я низкий. Алик. Блять, прям как в жизни, а ты столб, Иван. Пошли. Ты конченый. For instance, Blue, you just lost 2 opportunity advisement points. За что? Чао. Блять, да ты заебал. Чего? Я ничего не сделал. I was just asking Blue if he trusted you. I trust you. You are my favorite cooperative testing subject. Пошел ты нахер. Ну и пошел ты нахер дважды. На, по яйца. У тебя все тело это яйцо. Не выход. Чего? Я-то тут при чем? Че за буллинг? Это все потому, что я низкий, да? Я что, низкие люди агрессивнее, чем высокие. Иди нахуй! Обалдеть, это прекрасный игрок, который давно хоть попал в день. Че, охуел? Что делаешь? Блять, не твою мать. Вот они теперь... Нет, не так делаешь. Все, да... Блядь, Влад, вот сюда бы. Как тебя убило? Надо на счет три. Подожди, стой.
Ну какого хрена ты с табуреткой стоишь? Ладно. Нет, ладно, говно идеи. Надо будет тебе портал переставить повыше, слышишь? Влад, блядь, Влад! Страшно. Так. Так. Теперь я ставлю вот так. И вот так. Я первый хотел. Нет! Ты же турель подумка! Ты как турель схватил! Я не знаю, похоже, что туши скинул. Я думаю, кто тут третий взялся. Короче, вот. Поставь один портал сюда. А чё ты летаешь? Да, я. What? Да страшно. Знаешь, что еще могу сделать? Я знаю, не делай этого. Подумай о кубике хотя бы. Ладно, я. О кубик. Она не взаимодействует с кнопкой. Точнее, она не взаимодействует с кнопкой. Она мертва, она бесполезна. Вот это инсайт. Смотри. Кнопки пофиг. Она dead инсайт просто. Зачем тебе тоже не нужно ботать? Ты сдох. Я не просто сдох, я еще и куб проебал. Чё? Сюда иди, блядь. Всё, отлично. At the start of this course, I was worried you were becoming too close. But in my attempt to drive you apart, I learned something important about trust and betrayal. Your brains are too small to feel either of those emotions. So I can trust you 100%. Это же намек на то, что мы тупые. А, жирнущий такой. Настолько толстый, что аж тонкий. Так как я. Блять. We need to find the power station at the end of this course. А, тут трава, что будет? Трава. Ладно. Блять! Ага, понял. А чё с этой гнидой делаешь? Влад, не сдохни, пожалуйста. Ну чё, нам только встреча бежать быстро! Быстрые ноги пизды не боятся. Congratulations on completing the broken. Блять, это было. Ну, в принципе, так можно. Я сказал кто-то. Это не я сделал, ты пролетел через стенку, из-за которой порталы убираются. И ты ж пролетел. Так потому что порталы-то твои были. Я понял, в чем моя проблема. Отсутствие мозга, но это уже другое. Все. А там одна до сих пор летает. Вон и сюда прилетела. Ой, ее порвало. Сейчас, подожди, как мне портал убрать-то, блядь? Куда его убрать-то, сука? Блядь.
блять. Я еще долго буду башку биться. Уи! Я горочку себе построил. Что за ненавидало к человеку? И огромнейшее всем спасибо за просмотр этого ролика копного. Наконец-то, что-то их давно просто не было. И как бы я бы сказал, что этот ролик последний, но это было бы неправдой, по крайней мере, для вас. Ну, не прям уж последний. Это последний ролик для меня на срок определенный, на месяц, на весь май. В общем, как я уже сказал в новостном ролике, я не знаю, когда этот ролик выйдет, либо в один день с этим же новостным роликом, либо через день. Посмотрим. В общем, я принял решение в связи с экзаменами, которые мне необходимо сдать, чтобы не запороть свою жизнь, буду свое не слить, да, мне их нужно сдать. Для этого я решил взять перерыв от Ютуба, от Твича, от игр, в принципе. Может быть, я в Телеграме иногда что-то постить буду, да на сервер Дискорде заходить. Как бы вот. Да и к тому же я давно хотел взять, в принципе, такой перерыв от Ютуба, потому что вот даже когда ты сидишь, ты такой, бля, вот сейчас бы просто поиграть, ты такой, а не можешь просто поиграть или там заняться своим делом, потому что ролик делать надо, и поиграть тебе просто тоже не можешь, потому что ролик делать надо, тебе надо что-то записать. Это так бесит, это так постоянно гнетет, и поэтому я решил, ну, давно уже хотел взять перерыв, а тут уже как бы причина уважительная. Но не переживайте, ролики выходить все еще будут. Я сделал наперед 3 ролика, и они выйдут уже в мае. Вот. И поэтому вот так вот. Надеюсь, вы тут скучать не будете без меня. Ну как, со мной, но не без меня. Я ролики наперед все-таки записал, чтобы мой канал окончательно не отъехал. А то что-то по просмотрам в последнее время какая-то плохо, прям какая-то беда. Вот. Собственно, вот, да, не забывайте про Телеграм, про Дискорд сервер, мы там, типа, общаемся, сидим, мемы постим и всякие приколы другие. Собственно, вот, всем удачи, хорошего настроения, до встречи, ну, для вас в следующем ролике, для меня в июне. Все, всем удачи, хорошего настроения, всем пока.